Привет! С вами канал Училка физкультуры в Эмиратах. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем рады вас видеть на нашем канале. Поехали! Вот мы идем, и паровозик едет. Паровозик, возьми нас, пожалуйста. В какое разветвление пойдем? Спустились на первый этажик. Здесь магазин Макс. Прикольные тоже есть цены, распродажа. Вот сразу смотрим. 10-20 дирхам. Футболочки 10, штанишки 20. Есть футболочки по 25 дирхам. Ну что, красивые. А так удобно по размерам сразу висят. Смотрю, ясочки нету. А здесь почем? 25. Ага. Здесь все по 35. Такие есть и джинсы, есть и футболки. О, вот прикольная яркая футболочка. Сейчас посмотрим, что вообще здесь есть. Смотрите, одна за 20, две футболки за 35 дирхам. Футболки прикольные, с надписями. Так что, если хотите подарок друзьям, можно и футболки привезти, не только с надписью «I love Dubai». По 35. Ну, хорошие поло такие. Джинсики порванные. Ну, джинсики вряд ли 35 будут стоить. А, 75, вот. Смотрите, все цены, главное, есть. Аеде, это дирхамы, Катар, Амар, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет. Ха, класс. В общем, все цены этих содружественных стран можно увидеть и, наверное, приобрести. Ботиночки, да? Написано футболки, коттон 100%. Но это, ну, явно это не футболки коттон, а почем же ботиночки, а? Ага, и вот здесь за такие цены есть 70 дирхам. Все, поняли, ботиночки 70 дирхам. Точнее, такие-то кроссовки. Полуботинки, полукроссовки. Так что я зашла в мужской отдел. Но в женском уже очень много местных женщин. А нарываться не хочется, потому что охранник за нами уже, по-моему, по этажам бегает. Зачем, не пойму. Ну что это такое? Вспоминается, как кому-то из Орла и Решки не давали в Абу-Даби снимать. Вот футболки классные, спортивные. 25 дирхам стоят. Это недорого. Он детский отдел. Ну, что-то новенькое интересное посмотрим. Да, или носочки, или трусишки. А, это трусики. Ой, прикольные, кстати. Ух, такие бы сама поносила бы. 25 дирхам. От 25. Всегда понимаем, что от 25, значит 25 минимум, а стоить может дороже. Ну, давайте посмотрим, сколько такие симпатяшки. 32 дирхама стоит. Кстати, и катарских тоже, катарских рияла, по-моему, тоже 32. То есть одинаковая цена. Шорты есть спортивные, снова как бы мужской отдел. А мне нравятся такие мальчиковые футболки классные. Ну, здесь Marvel, это культово, популярно. Очень много всяких футболок Супермена. Ну вот, далеко ходить не надо. Футболка Супермена, Бэтмена, всяких Халков, Капитан Америка. Ну, вот такие, это... Как бы четко цена, да, не от 22 дирхама футболка. Детские поло классные. А это Бэтмен такой. Наверное, такая футболочка девчачья, потому что она в стразиках. Штанишки классные бэтменовские. В общем, с ребенком, честно, вам тоже здесь понравится в этом магазинчике. Будет что купить, будет что привезти. Классные, хорошие, качественные вещи. Часто бывают распродажи. Допустим, можно три вещи по цене двух купить или две по цене одной. Ух, девчачий отдел. Наконец-то посмотрим. Ой, ну снова Бэтмен, прям вообще класс. Такие симпатичные платьишко. Есть тапочечки. Так, это от 30 дирхам. А сколько ж такие туфельки стоят красивые? 29 дирхамчиков. Ну, не знаю, удобно или интересно. Ну, и много-много платьишек всяких. Вообще красивые вот такие. Класс, нашиты ракушки. О, класс вообще, нашивочка такая. Слоник такой со стразиками. Бейсболочки.
Ну вот такие, почем у нас будут 40 дирхамчиков. Такие балеточки. Магазин, конечно, классный. Люблю Макс. И, кстати, джинсы я себе здесь, помню, в Дубае, как зашли, купила. За 30 дирхам, по-моему, распродажа была. Удобные джинсы. Правда, у меня джинсов и так много, пар 10. Сейчас рискнем, выйдем на свет. Мужские 55 джинсы. Ну, это хорошие, хорошие джинсы. Мне нравятся. Да, 55 реальная цена. Не от 55, реально 55. Сумочки есть. Наташа что-то выбрала себе? Пояс. А, Наташа пояс их, кстати, ищет. Нет. Не видели футболочки 27. Ой, классный Микки Маус, ага, вообще. А здесь нашивочки. Ну, вот такой сувенирчик, конечно, намного интереснее будет, чем футболка I Love Dubai. И магазины Макс, повторим снова, Макс. Вот Макс. Макс, они есть везде. Абу-Даби, Дубай, Шарджа тоже есть везде, во всех молах. Да, бюджетные, качественные вещи всегда классные. Джинсы, футболки, все, что здесь мы брали. Действительно классно. Ну, идем посмотрим. Тут, слава богу, люди адекватные, снимать разрушают. Повторюсь, от охранника бегаем по всему молу. Вот какой, а мне вот такая нравится распространочка 55 с этими зайцами. Мне кажется, дома ходить. А она коротковатая для улицы, как мне кажется. А, ну если ты что подденешь, да. Значит, я подумала, дома как пижамка, прикольно. Ну, смотрите, футболочка здесь действительно классная, слушай, прикольная вообще. Она плотная, да? 40 дирхам, ну это нормально. Это $15. Она не такая уж классная, нормально. Не, ну я имею в виду, что цена вообще класс. Адекватная. Цены здесь адекватные. Посмотрите вот на эту вот узорчатую такую, она прозрачненькая, да? Да, прозрачная, слушай, интересная. По гектору, да? Угу. А сколько цена, можешь найти? Я вижу цену. 50. 50, да? 50. Озвучим вам субтитр. И вот такая рубашка мне тоже нравится. Вот я вообще... Я на нее и да, посмотрела. Ты на нее смотрела. Слушай, а можешь померить? А мне кажется, интересно знаю. Будет. А это, знаешь, как там, что-то не понимаю. Сколько она стоит, не могу понять. 60? Нет, что такое САР 60? Это эти, честно скажу. Это какие-то другие... Это саудис. 60 дирхам. 60 дирхам стоит. Угу. Ну, меньше $20. Ну, хорошая рубашечка. Она приглянулась, но вот сам типаж. Она, как, наверное, даже как джинсовка ее одеть можно, да? Ну, да, да. Ну, хорошая. Я решила ее померить. Но Даша не хочет, я решила. Мне кажется, ты с ней сольешься. Ну, не знаю, как. Вот такие вот штучки, рюшечки. Видно? Да. Может, надо чуть-чуть побольше, да, если вот это вот на пляж выходить, такие вот, потому что ну, она так впритык. Ну, это такой стиль, как это? Здесь тоже, кстати, классно, но здесь нет таких рюшечек, смотрите. Вот, да? Цветы, классно, классно. Здесь рюшечки здесь почему-то. Это не рюшечки даже, это вставки. Я не знаю, как называть вставки, да. А вот это вот здесь она так... Это резинка даже. Ну вот, классно. Шоколадный добавок, спасибо. Гавайская футболка. Не, она не гавайская, это как... Это боха или как стиль. Ну, да. Гавайская другие цвета более яркие. Ну, это прикольно. О, вот такая же красненькая узорчиками, как мы там видели белую. Давай посмотрим. Я бы сказала, это бордовенькая. Но, правда, на телефоне она черная. Цвет такой. Да, она бордовая, слушай, точно. Сейчас мне кажется, что она коричневая. Бордовая. Тут такой цвет яркий. Цвет. Софит один в глаза. Ну все, сниму. Мать? Не, мне не нравится. Подожди. Ты чего? Ты чего? Думаю, ты падаешь.
Что там за платьишки? Ну, это такое. Оно не... Трескот. Да, оно будет хорошо трескать. Искусственно. Вот какие, смотри. Не забудь же наши кулечки. Да, то. Смотри, какие. Ой, классно. А сколько стоит? Сейчас тебе скажу, стоит 31. Ого. Что-то... Вот там есть, да. Это там новая есть, коллекция. Там есть распродажи, так они стоят 30. Обычно они... 30 это... Стоят 40. Здорово. Вот Микки Маус 3. Сейчас. Классные, со стразиками. Со стразиками? Посмотри, ну. Они... Это классно. Это стразики. Смотри. О боже, а их что, пришивать надо потом? Подрываются. Прикольно. Так, что тут Микки Мини? Слушай, это интересно, это Дисней с этого всего имеет, наверное, да? А, ну да, если Дисней написано, то это со всего давай, имеет. Давай посмотрим, да, Дисней. Дисней есть, да? Классно, Лайон Кинг. А, это тоже как 3D, классно. А мне вот это понравилось. Такая есть. Да, что такое Микки Маус, есть только темная. Это не Микки Маус, это слоник, нет? Кто это? Причем Наташа его одела в... Мне вот это нравится. Абсолютно не в Диснейленд. И там искала Микки Мауса, чтобы сфотографироваться. Да. Это Лайон Кинг, мордашка. Мне это нравится. Это 30. Тоже. Ну, все, 30. Все 30. А, нет, эти по 35. А чего они такие дорогие? Из-за вот этой штуки? Не знаю, это тоже... Ну, мне вот эта штука. Интересно, она как, не отклеится? Я непонятно. Не ну, классно. Витя. А что такое Витя? А, это вот это вот... Да, это же такое... Курятинка? Да, курятинка. Вон как прикольная Микки и Микки. А я уже сняла. Да, вот эти вот подарки будут намного лучше, чем, да, чем мы сказали. Футболки, а пояс. Ой, мне нужен... Пояс. Мне нужен... Смотри, как прикольно. Манекен сделали. Ой, а какая маска красивая. Маска красивая, очки. Женщина, дайте маску попробовать. А вон какая-то искусственная. Тоже, чуть выше, посмотри, второй манекен, другой маска. Да, слушай, прямо на стиле все. Все в маске. Сними. Вот сейчас переснимаю наше видео. Так замечательно у нас микрофончик стукал. Показываю просто классную футболку. Классную футболку. Симпсоны настоящие. 50 дирхамчиков. Вот с картиночкой. Класс. И дальше мы нашли Бэмби. Такую футболку-распашонку Бэмби. Смотрите. 45 дирхам, но она очень длинная. Как я пошутила, мы с Наташей вдвоем влезем. Классная. Что у нас дальше? А дальше у нас такие прикольные дамы в масках из катончика. Мы посмотрели. Классные маски вообще, классно одеты. Интересно, это вообще, наверное, тоже надо уметь одевать моделей, которые стоят, в магазине. Сумочка меня заинтересовала в путешествии, такие легкая очень. Не знаю, цену не нашли, но я думаю, дирхам 40 она стоит. Это где-то больше 10 долларов, но максимум 20 долларов. И классно, что она легкая, при взвешивании у вас не будет перевеса, если вы летите куда-то. Но я предпочитаю рюкзак, потому что да, ноутбук сюда можно положить. Наташа подходит, спрашивает, идет ей такой цвет. Ты знаешь, он здесь не отражается. Можешь шаг назад сделать? Знаете, он очень такой... Фисташковый. Да, фисташковый. 12 дирхам. 12 дирхам? Да. Я думаю, что надо брать. Эльком, наверное. Не знаю. Наташа входит в зал, худеет, поэтому может и не эльку. Наташа аж смеяться начала. Кстати, вот эти вот штанишки, я уже сказала. Да, классно. Да. Это очень такой хороший вариант ходить в зал. Не стоит 35 дирхам, по-моему, по 30 их брали. Так где-то 10 долларов. 35? 30 это 8 долларов. Вот, просто в зал, ну, они как Nike, и в зал можно ходить в них очень даже запросто. И вам будет хорошо, и кошельку тоже. Потратите просто меньше денег. Вот такие топики у меня есть и салатовый, и
розовый. Классные. Цена 25 дирхам. Серенькие тоже у меня, по-моему, есть. У меня вообще вся коллекция этих топиков, по-моему. Ох, уже так людей подходит. Вот штанишки стретчевые. Смотрите, цена просто. Одна за 20, два за 35, три за 47. Просто стретчевые классные штанишки. 95 коттона и 5 спандекса, да. Классно. Что дальше? Дальше детский одельчик идет. Будем шапочки, блазерики. Да, сейчас попробую вам бижутерию показать. Ох, часики даже есть. Вот это да. 40 дирхам. Ну, главное, чтобы они нравились человеку, которому вы их преподнесете. И люди носили с удовольствием. Остановилась я на этих боксиках, на сумочках прикольных. Стоят они 25 дирхамчиков. Ну, это косметички, если вам надо в полет что-то взять или когда вы путешествуете. Идемте сравним аксессуарчики с ловицей. Вот теперь начинаем смотреть. Кстати, мы уже с Наташей посмотрели. Хороший сувенир, да, пашмина 15 дирхам одна. 2 по 25 дирхам. Ну, да, вы сейчас посмотрите, скажете, понятное дело, что это ничего натурального здесь нет, но она очень мягкая, действительно, она мягкая. И из чего мы смотрели, она сделана? Вискоза. Вискоза. И, в принципе, за такие деньги, но если у вас совсем уже ограничения в деньгах, это хороший сувенир, да. И я надеюсь, что цвета камера перейдет, потому что здесь столько света. Так, и возвращаемся к нашему чудесному аксессуарчику под названием Макс, 25 дирхам. Мы уже с Наташей обсудили, мы не думаем, что они плохие или у вас какая-то аллергия будет об этом. Ну, никто бы просто не производил бы это, если постоянно писали бы плохие отзывы, согласитесь. Такая вот цепочечка за 17 дирхам. Ну, это опять-таки, это сувенирчик очень хороший. Вот такие вот, смотрите, это камешки. Думаю, сначала сердечечки. Ладно, посмотрим. 15 дирхам. Вообще 15, народ, 15 дирхамчиков. Ну, то есть, если надо все время быть в новом чем-то, да? Да, в чем-то новом, в чем-то интересном. Вот 25, распродажа, стоило 22. О, вот это вот. Без этого, без клеенки. Ну, красиво смотрится. Да. Прям блестит. Слушай, это сережечки, кулон, цепочка. 22 дирхама. И, как я уже сказала, мне нравится упаковочка, что она упакована. Ну, в ловице нам дали просто и дали сумочки. Сумочки нам дали. И мы клали их. Ну, они были ну, в картонке, а я взяла, когда взяла эти каратные сережечки, они просто были. И они просто вот такие открытые были. И мне пришлось класть их в сумочку, но мне что-то как-то страшно было, что они погнутся. 22 стоит тоже. 29, это сколько? 6. Набор неделька, воскресенье, выходной. Воскресенье мы не одеваем. Ну, всякие такие резиночки есть, да? Прикольчики, 22 дирхама. Ну, я думаю... Друзья, если вас любят, будут рады и любому сувениру. Тоже 22? Не знаю. 29. А ну еще раз поверни. Да, сейчас уже более видно. Ага. Ну, во всех магазинах, я думаю, в таких вот Макс и остальные R&B есть бижутерия, есть шарфики. Это один из самых классных сувениров, которые можно привезти. И футболочки особенно. Думаю, будет прикольно привезти какую-то диснеевскую футболочку, повторюсь, а не вот это вот там Дубай, Абу-Даби с верблюдиком, которые уже у всех есть, и которые просто, ну, люди, если оденут, наверное, оденут на отдых. А с диснеевской футболочкой можно выходить хоть зимой, хоть летом, и будет выглядеть круто. А
Наташа взяла сережки, они ей понравились. Ну смотри, качество, вот оно, неправильно сделано. Перекручено, да? Ну прикольно. Не, ну качество всегда нужно проверять, даже если ты, наверное, iPhone покупаешь, 29 дирхам стоит. iPhone 29 дирхам? Нет, 29 дирхам сережки стоят. Но если покупаешь какую-то вещь, всегда может быть брак, всегда. Даже, наверное, в самых крутых магазинах можешь попасть в брак. А вот такие штучки, посмотрите. О, класс. Это сколько? 22. А ну поверни, там кофейные зерна или ракушки? Вот это ракушки. Вот. Ракушки. Ну, типа ракушки. Ну, красиво, красиво. Ну, так что магазин Макс вы вам показали. Подписывайтесь на канал. Да, Наташа берет маечку за 12 дирхам. Дюжа довольна. Все, ставьте лайки, путешествуйте. Хорошего вам шопинга. Пока!